Привет всем! Ну что ж, пришло время реабилитироваться. В прошлом ролике я варварски разбомбил два электросчетчика. При том, при всем, что они были исправны, так как время их подошло, они второй классности, а горсеть обязует сейчас ставить счетчики первой классности. Вот. Это не очень приятный момент. Я не люблю категорически разбирать что-то, какую-то электротехнику исправную. Во мне все свербит. Что я варвар, дикарь. Ну что ж, давайте приступим к реабилитации. С разбора в одном из счетчиков была вот такая вот катушка. С остальным сердечником из пластин и с медной намоткой. 220 вольт, диаметр 0,125 и... 10600, это, наверное, количество витков. Вот. Я изначально думал в металлолом это отправить, медь в цвет мед, но потом пригляделся. Я давно хотел сделать размагничиватель. Давно у меня это уже мысль, так как есть много сверл, много инструмента, который намагничен. Видимо, это тот удачный случай и подошел, чтобы мне попалось. Эта катушка в руки. Из нее мы сегодня будем делать размагничиватель. Сверел какого-то небольшого инструмента. Очень полезная и нужная вещь в хозяйстве любого самодельщика. Приступим. Ну, я, естественно, сделал для нее ручку из гетинакса. Тут пластины, несколько пластин, 4, по-моему. 4 пластины гетинакс, текстолит. Винты М4, шайбочки, все как положено. Здесь вот хомутик такой. Все это у нас вот сюда одевается. Одеваем. С этой стороны шайбы мы ставим. Закручиваем на гаечке. Закручиваем. Теперь сейчас тянуть надо все, чтобы было все в порядке. Выставить ровненько, аккуратно, чтобы все было хорошо. Так, закрутили, да? Сейчас подтянем еще. Далее нам нужно надеть нам кембрики. Сейчас оденем кембрики. Сюда, потому что здесь 220 вольт. Не дай бог дотронешься или замкнет это все дело. Чего хорошего. Сейчас заизолируем кембрики. Раз. И 20. Так, что дальше? Дальше давайте скрутим их. Не люблю я, когда провода вот так вот как-то просто висят. Это некрасиво. Никакой эстетики. Обязательно косичку. Такую вот косичку делаем из проводов. Все. Выводим. Теперь давайте откусим наши провода. Сначала один. Зачищаем концы и будем сейчас их залуживать. Залуживаем. Наши провода. Одеваем сюда кембрики. У нас есть еще провод с вилкой. Этот надо концы его тоже залудить. И одеваем сюда большой кембрик. И протаскиваем через наш хомут прижимной, который будет поджимать
наш кабель. Теперь спаиваем наш кабель с проводами, отходящими от катушки. Один готов. Так, следующий пациент. Следующий тоже готов. Теперь непростая задача. Нужно натянуть кембрики. Они, кстати, заходят довольно плотно, и это хорошо. Они, значит, не сползут, не будут хлябать и гулять. Так, один удалось, сейчас второй попробуем. Подобрал прям вот идеально по плотности кембрики. Есть. Сейчас для пущей верности нужно подмотать немножко изолентой их, чтобы они не сползали. Обязательно, изолента обязательно должна быть синяя. Если намотаете другой изолентой, агрегат работать не будет. Мотали. Сейчас давайте скручиваем дальше наш этот. Скручиваем и тянем вот этот вот кембрик. На них затаскиваем. Не очень-то он и хочет идти, если честно. Не больно-то. Но вроде лезет. Вроде лезет. Нам вот это, конечно, мешает хомут, он затягивает. Давайте передвинем, и дело должно пойти. Будем затягивать наш хомут. Сначала подожмем его. Будем затягивать. Вставляем винт. Нам нужно затянуть его, пока без шайбы. Затягиваем. Сейчас подтянем, потом поставим шайбу. Смотрел на это все дело. Не нравится мне, что провод вот так вот гуляет. И как-то хоть тут все и заизолировано, меня напрягает, что у меня вот под рукой 220 вольт. Как-то не радует это. И я решил поступить старым дедовским способом. Использовать изоленту. Синюю. Обязательно только синюю. Помним этот момент. Что изолента только синяя. И в натяжечку. Аккуратно, не спеша. Наматываем. Нашу изоленту. Искал термоусадку. К сожалению, у меня нету такого диаметра. Не нашел ее. Конечно, термоусадкой было бы красивше гораздо. Но как есть. В принципе, и так довольно сносно выглядит такой вот агрегат. Ну что ж, будем испытывать его. Давайте испытаем. Сейчас у нас есть вот такая вот отвертка. Как видим, она примагничивает. Давайте попробуем ее размагнитить. Включаем наш прибор. Сеть. И ведем. Я чувствую прям как это вибрацию электромагнитную. Даже. Давайте посмотрим, что же изменилось. Изменилось ли вообще. Смотрите. Она не магнитит.
Ну-ка, это конец. Тоже. Кстати, я не с первого раза мне удалось. То есть я водил. Видимо, тут своя какая-то специфика есть. Блин, сейчас, наверное, намагничу я его. Пока тут. Ну-ка попробуем, намагнитился. Нет. Так, у нас еще было сверло, которое магнитилось вроде. Вот. Проблема вообще со сверлами — это беда. Налипает всякая стружка. Это не очень сильно магнитное сверло. Есть у меня, искать надо, где-то очень сильно намагниченные. Они когда лежат в одной коробке, когда что-то пилишь, там скапливаются, они просто все облеплены в этой стружке. Давайте попробуем. Прикладываем. И ведем. Посмотрим, получилось ли нет со сверлом этот трюк. Не магнитит. Отлично. Так, вроде это еще было магнитное у меня. Вот. Магнитит, да? Так, маленькое-то не очень удобно. А теперь... Смотрите, не магнитит. Вообще отлично. Еще у меня пинцет есть, с ним тоже беда. Вот он прилепляет. Как же с пинцетом быть? Как его лучше? Давайте попробуем сейчас вот так вот. Так, нагрева нету. Ну что ж, размагнитился, нет наш пинцет. Потому что с пинцетом бывает действительно, куда-то надо в узкое попасть, он намагничивается, так неудобно в каком-то месте. Иногда бывает, что надо намагниченный, но магнитит один конец. Магнитит. Любопытно. Ага. А другой, наверное, будет магнитить. Точно. То есть вот лучше, видимо, делать по одному концу, что ли. Давайте еще вот этот конец попробуем размагнитить. Не магнитит, ну-ка этот. Все. Здорово. Все, размагнитил я их наконец-то. Я так давно хотел. Бывает, что-то там ковыряешься, психовать начинаешь, что он вместо того, чтобы его держишь, воткнуть куда-то там в отверстие, какой-нибудь винтик, болтик, он раз, сюда примагничивается. Так, у нас еще есть вот такая вот, такой ножичек, резец из полотна ножовочного. Видимо, он тоже магнитный. Намагниченный. Давайте попробуем его. Все, готово. Отвертку вот эту большую попробуем. Намагниченная у нас нет. Намагничено. Почему я взял такой маленький винтик? Потому что он легкий. И он у нас показывает, то есть его может поднять даже не очень сильно намагниченный предмет. Вообще, конечно, бы стружку бы, а у меня стружки сейчас нету. Ну,
Все, готово. И меня вот интересует с большими предметами. Ну, условно большими, вот и есть штангель. Можно ли его размагнитить? Я знаю, что он магнитный. Он прилипло к нему. Причем липнет. Ну, он полностью магнитный. На всех концах липнет. И у него как бы форма такая, буквы Г. Как вот его. Давайте попробуем, получится, нет ли. Слышно, как он шумит. Так. Чуть-чуть есть, чуть-чуть есть. Чуть есть. Ну-ка, здесь. Здесь, кстати, лучше почему-то. Здесь больно-то не магнитит. А тут еще немножко. На одном конце, да? Давайте еще раз. Ну все, то есть вполне. Вполне можно и более большие предметы, возможно, не за один раз, то есть два, может быть, даже три раза придется. Ну вот штангель, то есть за два раза я его размагнитил полностью. Вот такой вот ролик, друзья, получился. По большому счету. Я это хотел сделать давно, и вот с разбором счетчика подвернулась мне эта катушка, и мысль воплотилась в жизнь, идея. Всем, кому понравился этот ролик, кому понравилась моя самоделка размагничивателя, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!